сниму одним видео. Стартеры у нас, стартеры. Все, тема бесконечная в этом, этой осенью для меня. Получилось так, что все навалилось в кучу с этими стартерами. Стали разбираться с МТЗ, ну и на Т-25 у нас стартер. Мозги парил. В общем, переставили, поставили другой, втягивающий как бы. Здесь за этой не срабатывал, не до включал, в общем, проскакивал, не заводился. Второй наш трактор. То есть это буквально все случилось в одну неделю. Вот. Куновский. На нем стоял, я говорил уже, Словак 4.2 на 24. Ну и что-то был мороз 10-12 градусов. Его чуть больше покрутили, он раз задымился. И его сняли, поставили. Я не знаю, откуда у меня этот стартер, но, в общем, был у меня этот стартер. Поставили на 24. И оказывается, он стал крутить гораздо эффективнее. Здесь все у нас в порядке. На 24 я ставил новый генератор. Сейчас покажу, какой поставили. То ли он этот Зиловский, Бычковский, но то ли это. Ну, в общем, кто знает, напишите в комментариях, что это такое за стартер. Здесь плохо будет видно его. Ну, вот он. Вот так он выглядит. И крутит он вообще на ура. Гораздо эффективнее, быстрее и как бы мощнее такое ощущение, чем Словак тот. Словак, про Словак я уже говорил, что никто, ни в коем случае не покупайте их. Они качественные, офигительные, но ни хрена они не крутят, потому что мы уже проводили три. У нас было три Словак. Здесь стоял на 12. Потом я плюнул, я его воткнул на 24. Потом сюда поставили 24 на 24 вольта Словака. Он тоже год чуть больше отработал, ни хрена. И, в общем, вот так. Теперь, значит, у нас Тутаевский. На Тутаевский у нас был, мы его купили уже. Вот с таким стартером, блин, вообще. Лучше его нету. Фу-фу-фу, ну, как бы охренительный стартер, так что. Вот так, так, еще немного. Вот такая резина. Все у нас по Тутаевскому еще добавилось. Навеска все нормально. Вот поставили такие вот зеркала. Не знаю, как они будут. Не будут. Ну, в общем, вот стоят. Кассету он заказал в Польше. Я не знаю, показывал я ее или нет под документы. А, дворник поставили, не было дворника. Так что потихоньку осталось вон колеса. Так, вот этот наш экспериментальный трактор по стартерам. Мы, ну это уже видно было в прошлых видео, кому интересно, посмотрите, как мы его заводили, как он не крутил, все это мы переделали, сделали, поставили магнитон 2.7-12, крутит. Идеально, хорошо. Ну, уже говорили и комментировали о том, что данными стартерами не надо долго очень крутить. То есть 3-4 секунды покрутил. Раз следующий. Поэтому мы ничего не делали больше. Стартер вроде. И все. И вот наш знаменитый трактор. Повесили мы его, который мы полностью перебирали. Мост, коробку. Промежутку. Но единственный двигатель не он в позатом году поршневую там не перебирал, а колечки поменял. Так что вот, собрали мы его. Был, ездил он уже как бы здесь по территории, вроде как бы все нормально. И он у нас единственный остался с пускачом. Радиатор мы уже смотрели, меняли, болты все. На отвал он поставил.
Здесь тоже все болты поменяли. Крыло осталось, но крыло это не ходовая часть. Летать можно и без крыла. Так что, ну, вроде весь обзор по нашим тракторам сделали. Это Серегин трактор. Седого, не мой. То есть я ему просто помогал финансово и так. И он косит. Еще осталось вон у нас эту перебрать. Она встала, скорее всего, косилку КРН-2.1. Здесь то ли шестерня, то ли это. То есть полотно все не крутит. Печку вот он хочет поставить. Ну, наверное, купим, как в тех тракторах у нас печки. И еще вон ту косилку надо там палец заварить с тягой, которую я оборвал. Печку я сейчас купил. Вот на этот будем ставить день-два. На этих, на Тутаевском. Называю его так, потому что купили его в Ярославской области. В Тутаеве. Сейчас с той стороны покажу. Не особо здесь видно. Из-за этого его так и называем. Так. Вот такая печка стоит. На двух тракторах у нас. Сейчас я купил уже на третий. Поставим. И, наверное, на Серегин тоже поставим такую же печку. Так что зима у нас был. Вчера снежок хороший выпал, как бы. Думали, что зима, а сегодня он все тает. Вчера вечером начал таять, и плюсовая температура. Ну, пока у нас по тракторам новостей все. Пишите в комментариях, что интересно, я досниму, покажу. Так что как-то вот так все.